Все, микрофон работает, так что ты можешь прокомментировать. Он человек, кстати. 9 мая. Хороший улов. Сегодня мы ужинаем. Да, королевский. 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 Вот такая у нас щука будет с грейпфруктами и с салом. Да, у нас щука под салом. Да, и грейпфруктом. Да, и грейпфруктом. Так что, ребята, шкурка грейпфрукта, как правило. Да, вот такая щука. Авторская. Снял? Да, Валерьянович сегодня взял у нас твой именинник. Да, сейчас вот чаек. Чаек у нас. Завариваю мелиссу с каркаде. Мы уже отнырялись. Сейчас готовим, будем готовить еще к ночному погружению. Знакомое место. Мы здесь уже брали щучье озеро. Вы помните, это дерево наши неизменные лошадки. Сегодня, конечно, мы вплавь добирались. Это было нечто. Такое переправы. Да, я же тогда показывал, а ты же не показывал еще. Что? Ну, тогда я показывал мастер-класс по приготовлению. Там щуку делали под сельдереем и базиликом. Хлеба дар. Сегодня он рыба. И рыба. И рыба дар, да. Кстати, на этом месте, да, год назад мы спасали. Год назад мы поймали тоже такую щучку, приятно приготовили ее. Да. До 4 утра мы ее готовили, да. Там 5 килограмм была щука, а соли было мало. Надо было срочно готовить. Вот такая специальная для рыбы. Кстати, это Валентина мне ее подсказала. Вот женщины такие бывают прозорливые. Готово. Щука на свежем воздухе. 9 мая. Праздничная щука. Становится лучше. Грейпфруктик. Сало. Белое какое мясо. С жирком. Вот, ребята, можно слюнями обойтись. Да, а мясо какое хорошее, красивое, белое. Смотри. Да. В общем, давай приступать. Я чердался. Так что, ребята, путешествуйте с нами, путешествуйте как мы, путешествуйте лучше нас. Далее будет.